Прийшла зимонька зима, що з собою принесла нашим домашнім улюбленцям. Для когось зимові розваги, а для когось зимові неприємності у вигляді сезонних захворювань. Як їх уникнути, про це розмова далі з нашими гостями. І я вам представляю. Отже, Олена Троян, голова Миколаївської обласної громадської кінологічної організації «Трон» і ветеринар Валерій Книга. Доброго ранку. Ви прийшли не самі, зі своїми домашніми улюбленцями. Отже, Олена Михайлівна, представте Коко. Коко – це у мене самая старая кошка, їй вже більше 10 лет. Найдоросліша. Найдоросліша, да. Вот. Она у мене считается шотландская веслоуха в калурово-черепаховом окрасе. То есть необычный такой окрас. Вот она уже здесь была, она в курсе, как себя вести. Вот. Очень хорошая, ласковая кошка. Ну, вона сховалася, не хоче позувати. Да, ну, ми її можемо взяти. Иди сюда, Коко, покажи, чтобы тебя было лучше видно. Вот. Это моя любимица. Вот. Слава Богу, она меня радует, она у меня не болеет. Вот. Так что можно сказать, что у нее богатырское здоровье. Розумничка. Да. Валерій, хто з вами завітав до нашої студії? Це теж моя собака, так що Валера навряд ли, да, я просто поділилася з ним, тому що на моїх коленях місця не хватить. Вот. Це моя самая молодая собака в моєму питомнике, це Х'юсі, ну, мопс. Вот. Самая красивая, самая добрая, самая ласковая, самая безобидная. Але ви також, Валерій, власник собак, так? Да, так. Вдома у вас живут? Дома у меня живет 5 кошек и уличных, кстати, которые не имеют проблем со здоровьем вообще, потому что они живут в спартанских условиях, все сезонно, в принципе, и 2 лабая. Закаливание в житті, втілюється в життя. Да, да, закалка это имеет большое значение. Не только для людей, а и для котов. Совершенно верно. Ну, для всех животных, тех животных, которые люди содержат у себя дома, закалка это очень имеет большое значение. Про це ми поговоримо, але давайте трошки згодом. Давайте поговоримо про найголовніші сезонні проблеми для домашніх тварин. Самая главная проблема сезонной – это падение температурного режима, который влечет за собой ряд заболеваний животных. В частности, это отиты, воспаление ушей, конъюнктивиты, воспаление глазок, риниты, воспаление носика, переохлаждение лапок и заболевания суставов с последующим их развитием. Что касается кобелей и сук, то по отдельности, что касается репродуктивных органов, а у сук, в частности, ну, молочных желез, понятно. Вот, поэтому хозяевам нужно обращать внимание на изменение поведения, в первую очередь, и на состояние внешней собаки. Как бы хозяин каждый день собаку гладит, щупает, ласкает. И то есть любое отклонение от нормы должно вызвать настороженность у владельцев для того, чтобы своевременно обратиться, ну, к специалистам, соответственно. Ну и поведение, естественно, если собака там вялая, не играется, то есть вот изменение поведения, это тоже уже сигнал к тому, что что-то с животным не так. То есть хозяин должен быть внимательным. Вот, обязательно. Десь в Украине уже выпал снег, у нас пока что дождь, но если ударит легенький морозець, то вже люди цього з нетерпінням, можна сказати, бояться. Ну, я не думаю, що... Для тварин має значення ось така погода слизька, ожелить, ожеледиться? Ну, я так думаю, наприклад, що мене, допустим, більше беспокоїть, ну, сирая погода. Іменно в сирую погоду животные більше мають проблем, чим в мороз. Травматизм для тварин не да, в основному, да. Это может быть вот сырость, излишняя сырость, вот то, что влечет простудные заболевания, вот, и вот гниение вот здесь вот грибковых заболеваний, то есть постоянная влага, вот, идут, есть возможность с грибковым заболеванием. Вот. Ну, а по морозам, наверное, Валера нам расскажет, что у нас есть. Ну, значит, смотрите, по морозам, в первую очередь, что имеет большое значение, это гололедица.
Собачки более-менее упитанные, либо которые содержатся в квартирных условиях, имеют неактивный образ жизни, только в процессе прогулки там получают мацион порядка там получаса до двух часов. Естественно, они радуются, они выбегают, они прыгают, они нюхают, общаются с окружающей средой, что чревато растяжениями, естественно, опорно-двигательного аппарата. Это в первую очередь. Не знаешь, звідки чекати біди. Совершенно верно. Сидеть вдома погано, выскочила на двір також погано. Соответственно, мороз имеет еще такое свойство, то есть почва, которая замерзает, острые осколочки, по которым собака бегает, может ранить подушечки. На это тоже стоит после прогулки обязательно обращать внимание, то есть после каждой прогулки хозяева заворачивают лапочки и просматривают, нет ли там повреждений. То есть в случае повреждений, естественно, первая помощь – это обработка дезинфицирующими средствами, дабы не было заражения мягких тканей и корней волос, и так, ногтей, я извиняюсь. Вот, и так дальше. Терпляча Х'юсі. Чи всі так терпляче ходять до ветеринарів? Ну, я хочу сказати, що мої животні, слава Богу, вот, ну, очень редко попадает к ветеринарам, вот, ну, потому что я сама немножко имею образование, а меня животные в плане здоровья практически редко когда беспокоят. Главное вовремя это давать витамины, делать вовремя прививки, вот, так что это немаловажный фактор именно профилактики. Так, давайте ще поговоримо про профілактичні засоби, тому що ми вже окреслили коло найголовніших небезпек зимових. Як їх попередити? Значит, знаете, есть такая присказка: в здоровом теле здоровый дух. Поэтому, исходя из этого, как сказала Елена Михайловна, профилактические мероприятия очень важны в содержании наших питомцев. Для предупреждения, естественно, каких-то необратимых процессов в первую очередь, не считая инфекционных заболеваний и заканчивая простыми воспалительными процессами в организме. Что из этого следует? Самое главное – регулярность осмотра животного и профилактических мероприятий, заключающихся в следующем. Это глистогонка, блохи и, естественно, своевременные вирус-прививки. Вот. Для независимости от сезонности, то есть инструктивные мероприятия, которые позволяют делать это либо ежеквартально, либо ежегодно, либо ежемесячно, в зависимости от того, какую цель преследуем. Вот. Ну, в принципе, что еще добавить? Ну, я так думаю, еще немаловажно имеет рацион питания. Да, вот рацион питания, то есть я бы хотела уделить внимание. Зимовый рацион. Да, зимовый рацион питания. Зимой надо собак кормить более калорийно. Вот, я, допустим, добавляю им зимой пшенку, перловку и добавляю им говяжий жир. Вот, то есть вот эти, ну, когда варите кашу. Да, когда варю я кашу. Вот это энергетические крупы, и также вот жир помогает, то есть откладывать свой внутренний жир, потому что когда имеется зимой жировая прослойка, ну, это имеется в виду, Елена Михайловна, незаменимая жирная аминокислота. Да, да, вот, аминокислота, ну, которая я обжилась Х'юсі. Ей очень приятно, она очень любит, когда ей чухает животик. Она чувствует положительную эмоцию. Да, да. Вот, да, она, мне же говорю, она очень у меня хороший ребенок. Зазвичай не тільки тварини, а й люди хвилюються в студії перед ефіром. А Х'юсі, здається, тут у нас прижилася. Да, Валера правильно сказала, она чувствует хорошую энергетику. То есть не чувствует, что есть грозит какая-то опасность, а только расположение доброе. А от як зима, це такий року, коли мобілізується весь організм, і хтось її дуже-дуже любить, а хтось дуже-дуже не любить. От з яким відчуттям власники тварин чекають зиму? Ну, всі, звісно, ждуть снігу, як і діти. Вот, потому что снег очищает собаку, на снегу можно и саночки собаки потаскать, вот, и детей повеселить. Вот, то есть и мороз, он, будем говорить, дезинфицирует, то есть он убивает повышает иммунитет, соответственно, резистентность организма срабатывает на подавление каких-нибудь чужеродных внешних агентов, и, нежелательно. Да, вот я говорю, сырость – это плохо, а все-таки мороз – это хорошо, поэтому лучше ждать мороза. Чого не можна допускати, якісь правила для прогулянок взимку, якісь засоби, можливо, от давайте
Які найголовніші поради для зимових прогулянок? Ну, я хочу сказати, в першу чергу відмітити, це перепад температури. Коли ми з теплої квартири, там, де у нас 28-30 градусов, резко собаку виводять. Резко виводимо на вулицю, якщо це квартирна собака. Тобто спускаємося не на ліфті, а спускаємося пішком, щоб можна собака або кошка адаптувалася, тому що у нас є кошки, які теж вигулюються, хоча це дуже велика рідкість. Вот. І переохолодження, тобто якщо сильний мороз і дуже холодно, то або собакам одягайте тапочки, вот, і, ну, є обувь спеціальна зимня, вот, або ж довго не гуляйте. Лучше гуляти часто, но понемножку, вот, чем идти на 2 часа, как по летом. Возможности. По возможности, да. Вот, потому что или идти как летом на 2 часа, чтобы, ну, собака продрогла. Вот. И для таких вот мерзнущих собак, короткошерстных, это в основном, у которых нет пошерстка, там стаффы, киты, доберманы, доги. Вот, их, конечно, желательно, ну, одевать. Те, которые имеют какую-то шерсть, вот, допустим, мопсов я своих не одеваю, я вообще никого не одеваю. А вот скажите, мопсы позволяют подшерсток, да, погулять, да. Полчасика, да, и собака может перемерзнуть только в том случае, если она стоит. Если собака двигается и не влажная, вот, то тогда собаке не грозит переохлаждение. И в зимовый период, чи потрібно стригти довго шерстных собак? Ни в коем случае. Их лучше хорошо вычесать. Дать витамины, соответственно, для шерсти и кожи. Будет здоровый, нормальный, не линяющий подшерсток, хороший остевой волос, и никаких проблем, в принципе, особенно при квартирных условиях содержания, не будет. Что касается уличных собак, то им это не страшно. Те, которые живут. Но я хочу сказать, вот я как парикмахер немножко поправлю. То есть, если я готовлю собаку, ну, то есть, если я ее стригу, я обязательно оставляю минимум сантиметр шерсти. Минимум сантиметр шерсти. То есть, да, я наголо, конечно, то есть не тримингую, я наголо, конечно, не стригу, а все-таки какую-то шерсть я оставляю. Ну, то есть зимой можно стричь, ну, все в разумных пределах. Отже, підбиваємо підсумки. Перше, взимку профілактика, правильно? А це здорове харчування, правильне вигулювання і обов'язково боротьба з паразитами. Ну, боротьба з паразитами – це само собою. Завжди. Вот. Для когось само собою, а ми повинні нагадати. Обов'язково. Вот. І найголовніше – просто внимательне відношення хазяїв після прогулочки к своїм звірюшкам. Чтобы исправить возможные ошибки, вот, которые, или не допустить их даже. Да, вот у нас, допустим, ну, в студии у нас нет еще птичек. Вот. Для птичек тоже немаловажно, надо усилить и питание. Вот. И самое главное, птица боится переохлаждения сквозняков. Поэтому к этому тоже надо отнестись. Может быть, будь-яка тварина? Да, да, боится. Именно переохлаждение и сквозняки. Угу. Вот. Крысы к этому тоже относятся. Лучше прямой ветер, да, чем сквозняк. Да, лучше прямой ветер, чем сквозняк. Ну, допустим, мои животные в прямой ветер, она просто отворачивается попой к ветру. Ну что ж, уникайте протягів, бережіть здоров'я своє і своїх домашніх улюбленців.